На стадионе «Спартак» прошел детский турнир, посвященный памяти известного одесского футболиста Ильи Цимбаларя. В турнире приняли участие 32 команды. Обладатель первого Кубка Украины в составе одесского «Черноморца», автор голов в Лиге чемпионов и на чемпионате Европы ушел из жизни, когда ему было всего 44 года. Но благодаря насыщенной спортивной карьере успел войти в футбольную историю. Семья, друзья и коллеги собрались на одном стадионе, чтобы посмотреть в деле подрастающее поколение. Соревнования в память известного земляка устраивают не впервые. Более 400 детей, которые показывали больше, чем профессиональный футбол. Мы очень рады, мы хотим показать деткам, до какого уровня они должны расти и чего они должны добиваться в жизни. Вот, так сказать, посыл нашего турнира. Дети Цимбаларя продолжают традиции отца. И они, благодаря их усердию, благодаря их усилиям, мы продолжаем помнить о том, что такие выдающиеся футболисты среди нас были. И надеемся на то, что из этой вот среды совсем маленьких мы вырастим нечто подобное, что будет украшать украинский спорт, одесский спорт. И, в общем-то, поднимут футбол не на тот уровень, на котором он сегодня находится. Мы предполагаем, что благодаря тому, что вкладываем какие-то усилия в этих маленьких детей, в будущем мы увидим результаты совершенно другие.